Подожди, сейчас Степа встанет, а то он все пойдет. Анфиса, дерни рубашку, Анфиса. Все готово, начинаем. Это чудо и чудес. Так давайте скажем людям, что Иисус Христос воскрес. Он воскрес, это весь. На землю летит, как птица. Посмотрите вдаль за крест. Видите, пустая гробница. В этот день особо звонко раздаете птице пенье. Заславьте природой в день Христова воскресенья. Сегодня окошко сидмо в обе. Скорее. Пусть чудо лучше пение, Христос воскрес. Сегодня воскресенье, поют земля и лес. Садитесь вот сюда теперь, мальчики. Христос воскрес, воскрес меня, распятый на кресте воскрес. Опять звучат слова святые, как будто с высоты небес. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Восходит, все греет солнце, тает снег, везде земля благоухает, и влагу сеют воды рек, деревья почву спускают, щебечут птички без конца, опять природа оживает и хвалит своего Творца. Миллионы русского народа, вся тварь земная, вся природа, все хвалит, чудо из чудес, и все поют «Христос воскрес!». Зайдете в села вы или в грады, в монастырские ограды, в тайгу суровую или в лес, там слышится «Христос воскрес!». Песни пока я не пели, а оглянуться не успели, семь недель вернули напряженные. Напрасно было, чтоб у нас грехов было, и пришли мы к Пасхе обновленные. На здоровых тавы солнце свой взор и сует, пятник небо медленно, снегов уставшие.
освещает, услаждая пением торжественным. Лишь бы свечи туж горели, лишь бы духом пламенели, размышляя только о божественном. На сугробах талых солнце свой узор рисует, небо ветви от снегов уставший лес. Все проснулось и ликует, вся природа торжествует. Это потому, что наш Христос воскрес. На сугробах талых солнце свой узор рисует, тянет небо ветви от снегов уставший лес. Потому что наш Христос воскрес. Все проснулось и ликует, вся природа торжествует. Это потому что наш Христос воскрес. Пусть воскреснет Христос. Пусть воскреснет Христос в твоем сумрачном сердце сегодня. И на каждый душевно болевший вопрос да ответствует мудрость Господня. Мир души твоей был ужасающий пуст, в нем гнездились и зависть, и злоба. Да воскреснет тебе, Иисус, вечной силы священного слова. Сколько лет, сколько долгих, бессмысленных дней утекли, как сквозь пальцы вода. Он все ждет и зовет, он стучит у дверей, ведь он может уйти навсегда. Ведь не жертвы он ждет и не клятв на крови, а желание только прийти. Сделай шаг, только шаг благодатной любви, и он примет тебя и простит. Пред тобой откроется в силе, в красе, торопись, не промедли и дня. Иисус умирал на Голгофском кресте, чтоб воскреснуть в душе у тебя. Пусть воскреснет Христос. Быстрыми полетными часами юность быстрокрылая летит. Мы ее за Господа отдали, жизнь нашу руководит. Получатся годы вереницы, мы ближе к вечности идем. За крайней жизненной границы небесный дом пойдем. Кончатся земные испытания, землю мы оставим навсегда. Вспоминать мы будем не скитания, ни благословенного труда. Урчатся годы вереницы, мы ближе к вечности идем. За крайней жизненной границы небесный дом войдем. Кончится несказанная мука, сердечная тоска. С грешным миром будь скорее разлука, наша цель ясна и высока. Небо нам желанная отрада, небо нашей жизни все мечта. За святые подвиги награда, счастье неземного красота. Благодарение. Минула ночь и новая заря, да знаменует миру обновление в сердцах людей любовью горя. Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно, исполнен мир его чудес и славы несказанной. Хвалите сон бесплотных сил и ангельские лики, из мрака скорбного могил свет воссиял великий. Хвалите Господа с небес, холмы, утесы, горы, осанна, смерть и страх исчез. Светлеют наши взоры, хвалите Бога, море даль и океан безбрежный, да смолкнет всякая печаль и ропот безнадежный. Хвалите Господа с небес и пойте, человеки, воскрес Христос, Христос воскрес,
и смерть попрал навеки. Весны день начинается, и солнце играет в лучах. Природа вокруг пробуждается, сияет счастливый пейзаж. Закат пурпурно-красный, словно кто-то пролил свою кровь. Я хочу, чтобы всем стало ясно, что такое святая любовь. Светлую зарю за все тебя благодарю, за то, что отдал за меня свою кровь. Я пред тобою предстаю, я аллилуйя воспою, тому, кто дарит мне любовь, но перемо. Победы Христа вдохновленные имеем мы радость в сердцах. В крови у Иисуса прощение, свобода от тяжких оков. Лишний для души возрождение, лишнее очищение грехов. За ночь светлую зарю, за все тебя благодарю, за то, что отдал за меня свою кровь. Я пред тобою предстаю, я аллилуйя воспою, тому, кто дарит мне любовь вновь и вновь. Сияющий свет воскресенья открыл мне в отчизну дверь. Сегодня есть время спасения, о, друг мой несчастный, поверь. Земная жизнь продолжается, но все же подходит к концу. О, Боже, любовь не кончается, приди же скорее ко Христу. Ночи светлую зарю, за все тебя благодарю, за то, что отдал за меня свою кровь. Я пред тобою предстаю, я аллилуйя воспою, тому, кто дарит мне любовь вновь и вновь. За ночь светлую зарю, оставив пелены мрак могилы, сиянием дивным вышел окружен. Не зря Мария с кувшином спешила, ее с любовью принимает он. Христос воскрес, хоре перезвона, за всех церквей и маковых ветвей. Христос воскрес, лик
встреча, ожила надежда. Порывом ветра падает к ногам. Не прикасайся, я не тот, что прежде. Спеши скорей моим ученикам. Прислушайтесь, как стону удивленно. Горлинок тонны с крыши голоса. Какой восход встает окровавленный, и в пурпур одеваются леса. Христос воскрес, храме переслова. Со всех церквей маковых ветвей. Христос воскрес, ликующее слово. Не слышится в воде соловей. Не слышится в воде соловей. Христос воскрес, крушение льдам и камням. И сотрясение дьявольских твердынь. Враги лежат, а ужас восклицаний. Достиг Освенцим, Колыму, Хатынь. Вы слышите внизу толпы гудение. И тут и там спешит восстать мертвец. Стоит свидетели Христова воскресенья. Воскрес, воскрес, воистину воскрес. Воскресший хор благоухает лена. Низвергла Рим и пал КПСС. В аккордах радуги Путина колено. Христос воскрес, воистину воскрес. Христос воскрес, воистину воскрес. Встает заря, разбуженная эхом смущенных жен и смелых голоса. У мертвых губы наполняет смехом. Легионерам дыбит волоса. Сверкает молнию верный небожитель. Повернул камень и в ужас палачей. Восстал воскрес истерзанный спаситель. Играет солнце в трепете лучей. Христос воскрес, хале перезвона. Со всех церквей маковых ветвей. Христос воскрес, ликующее слово. Не слышится, выводит соловей. Не слышится, выводит соловей. Христос воскрес. Воистину воскрес. Часто испытывает недомогание, переносит различные болезни. Некоторые из них неизлечимы, а некоторые излечимы. Но болезни бывают не только физического рода, но также и духовного состояния. Можно к вам? Пожалуйста, проходите. Я недавно уверовала, но чувствую недомогание. Не могу смело и открыто свидетельствовать о Христе там, где это нужно. Замечаю, что в таких случаях я стыжу свидетельствовать. У вас патология чувств. Когда человек духовно здоров, он не стыдится благовествования Христова. Вот вам совет. Уразумейте посланника и первосвященника, исповедуя нашего Иисуса Христа, который не стыдится назвать христиан своими братьями. И помните его предостережение. Кто постыдится меня и слов моих вроде этому прелюбодейному грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами. Мне теперь становится стыдно за свое состояние. Вот это хороший стыд, и пусть он вытеснит ложный стыд.
Надеюсь, что скоро я выздоровею. Вот, принимайте по 10 капель в день. Пожалуйста, заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Моя болезнь – печаль. Я почти никогда не испытываю радость. А если она и приходит, то быстро покидает мою душу. Здесь нужно иметь в виду, что есть виды печали. Печаль мирская и печаль, приближающая к Господу. Помните юношу, который отошел от Христа с печалью? У него была печаль мирская, так как он не мог отрешиться от всего мешающего ему идти за Христом, хотя встретился с великим учителем. Эта печаль уйдет при соблюдении условий, о которых сказал Христос: «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». А печаль в своем недолжном состоянии должна привести вас к раскаянию, и тогда Бог возвращает радость спасения. Во всяком случае, мой вам совет. Открой, как Давид, печаль свою, и он один силен удалить ее и обрадовать вас. Сердечно благодарю. Я так и сделаю. До свидания. Доктор, меня беспокоит мое самочувствие. Его можно выразить словами. То я ухожу далеко, то льнук, Христу опять. Да, есть такая болезнь. Непостоянство. Христос говорит о таких больных, что они по времени веруют, а во время искушений отступают. Вам назначение такое. В молитве будьте постоянны, Римлянам 12:12. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. 1 Тимофея 4:16. Благодарю вас за добрый совет. Только смотрите, в точности исполняйте назначенное. Хорошо, хорошо. Следующий. Заходите. Уважаемый доктор, меня часто одолевает страх, особенно когда безбожный мир грозит вечером. Вот зайду в поезд, а перекатиться боюсь, вдруг кто увидит. Страшная болезнь. Вы можете попасть в сеть. Как сказано, боясь перед людьми ставить сеть, а надеющийся на Господа будет спасен. Помните, что участь боязливых в озере огненном. Но эта болезнь может быть излечима упованием на Господа и верой в Его всемогущество. Повторяйте сейчас слова Христа и хорошо усвойте их. Не бойся, только веруй. Не бойся, только веруй. Громче, громче. Не бойся, только веруй. Еще смелее, чтобы все слышали. Не бойся, только веруй. Вот, принимайте по одному пакетику. До свидания. Благодарю вас за совет. До свидания. Заходите. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Я, собственно, здоров, но мои братья и сестры говорят, что мне нужно проверить свое здоровье. И я согласился прийти сюда. Ну и как духовная температура? Да слава Богу! Ревную о деле Божьем и твердо стою на правильном пути. Милый мой человек, у тебя опасная болезнь, называемая самоуверенность, и нужно немедленно приступить к лечению. Каждый день нужно проводить в смирении, помня падение одного ученика и слова Павла. Кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. До свидания. До свидания. Врачи тоже ошибаются. Можно к вам? Проходите. Доктор, у меня с гортанью что-то не в порядке. Я все время кричу дома, в школе, и даже посреди людей. Если хочу что-то доказать, всегда перехожу на крик. Есть болезнь скрытая, а есть явная. Вот у вас как раз болезнь явная, так как все могут ее видеть, вернее слышать. Эта болезнь излечивается добрым отношением к ближнему. Из слов апостола Павла мы узнаем, кто хочет быть добрым и сострадательным, то должен быть добрым и сострадательным к своим ближним. Помните еще то,
что слова мудрых, высказанные спокойно, выслушивают лучше, чем крик властелина. Екклесиаста 9.17. До свидания. Вот, принимайте по две капсулы. Хорошо. До свидания. Все. Следующий. Доктор, мое больное место — подражание миру. В основном это мода, от которых я не остаюсь. Да, сейчас эпидемия этой болезни. Кто-то сказал, когда глупость принимает эпидемический характер, ее называют модой. Лучше, если одежда будет соответствовать более совести, нежели телу. Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. А если христиане будут подражать миру, то узнает ли нас Христос и признает ли нас своими? Размышляйте об этом, когда будет проявляться желание подражать миру. Помышляйте о том, в ком не было вида и величия на Голгофе, чтобы христиане были людьми не от мира сего. Благодарю, что напомнил, к чему я призвана. Ныне я не желаю подражать миру. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, вы уже были здесь. Да. На какой вам поставили диагноз? Небрежность. Как вы себя сейчас чувствуете? Немного лучше, но все еще проявляется небрежность. Да, это заметно. А что это у вас за книга? Духовная литература. Да, книга-то хорошая, но отношение к ней, видимо, плотское. Вот, послушайте, здесь хороший стиль. Небрежность во всех проявлениях, и в деле большом или малом, от высших святых идеалов. Она под покровом невинности, ее как ссор нужно вымести. Но с нею живут, погружаясь, заметны следы ее грязные, везде, где порядка не видно. Откуда и выводы ясные, небрежным быть очень стыдно. И в Слове Божьем сказано: «Дети мои, не будьте небрежны, ибо избрал вас Господь служить Ему». Излечиться от этой болезни легко. Нужно полюбить чистоту и порядок во всем, что относится к телу и душе, и потом поддерживать этот порядок, поскольку это в ваших силах и возможностях. Хорошо, отныне я буду прилагать к этому старанию. До свидания. Проходите. Здравствуйте, как ваша фамилия? Самолюбов. Расскажите. Я же не знаю, что со мной. Мне часто бывает больно. Мои другие ко мне относятся без любви, без сказанных писаний, чтобы любили друг друга. А скажите, а как вы относитесь к другим? Не могу же я любить других, когда меня не любят. Все ясно. Вы больны самолюбием. И когда ваше самолюбие изляется, вам становится больно. Эта болезнь, как рак, разъедает все человечество. Апостол Павел говорит, что в последнее время люди будут самолюбивы. Берегись, если любовь есть самосожжение. Для лечения предлагаю вам указание из Библии. Кто хочет иметь друзей, то ты сам должен быть дружелюбным. И еще, не мечтайте о себе, любовь не ищет своего. Слава Богу, что сегодня узнал причину своего заболевания. Теперь легче будет освободиться. До свидания. С Богом. Следующий. Доктор, я больно равнодушен. Безразличен стал относиться к призывам и предупреждению Слова Божия. Помню, первые дни были дни горения. Хотелось жить, работать от Иисуса. А теперь мне кажется, что от моей веры осталась только обрядность. Да, как жалко, что молодые души, которые могли бы быть сильными и побеждать лукавого, страдают равнодушием. Но вы можете излечиться от этой болезни. Хорошо, что вы осознаете свое недолгое состояние и желаете от него избавиться. К этому нужно еще глубокое сокрушение перед Господом и горячее желание ответить Господу любовью на его любовь. Подумайте, ведь он не был к вам равнодушен, когда шел за нас на Голгофу. Сейчас приду за свою дверь с собой и буду называть Господу о своем состоянии. Да поможет он Господь навсегда излечиться от равнодушия. Субтитры сделал.
проходите. У меня нехорошая болезнь, стыдно признаться. Я болен ложью. Началась эта болезнь с малого. Бывают разговоры с родными, с друзьями. Скажу неправду, шутя, а потом сознаюсь в этом. А после стал говорить неправду, не сознаваясь. Скажите, вы хотели бы иметь что-то общее с дьяволом? Нет, конечно. Так вы знаете, что в Слове Божьем дьявол называется отцом лжи. И всякий лжец содействует дьяволу распространению лжи, которые ныне поражают людей от малого до большого. Христиане должны помнить, что всякая неправда есть грех. Примите же совет Слова Божьего. Отвергнувши ложь, говорите истину друг другу. Благодарю за это напоминание. Отныне я навсегда хочу отвергнуть ложь и подвязаться за правду. Вот, принимайте по 3 таблетки в день. До свидания. До свидания. Я недавно читала книгу «Жизнь» и обратила внимание на 72-й псалом, где псалмопевец Давид говорит, что чуть не пал из-за того, что позавидовал другим. При свете Слова Божие я заметила в себе эту болезнь. Я всегда завидовала тем, кто хорошо устраивал свою жизнь. А когда подхожу к зеркалу, мне одолевает чувство досады, что я не такая красивая, нарядная, как другие. Вот видите, когда человек духовно здоров, ему тяжело смотреть на горе других. А когда сердце его исполнено завистью, ему больно смотреть на благополучие других. Соломон говорит, что зависть – это гниль в костях. Вы знаете, что такое гниль в костях? Это что-то нехорошее. Это костный туберкулез. Вы наверняка видели людей, которые сильно хромают и у которых колени изгибаются. Да. У этих людей была гниль в костях. Потом делали операцию, эту гниль удаляли и замыкали суставы. Так вот, если вы не хотите падать на скользких путях или хромать всю жизнь, то последуйте примеру того же псалмопевца. Он оставил этот опасный путь и настолько приблизился к Богу, что сказал: «Кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле». Слава Богу, что открыл мне, как избавиться от этой болезни. До свидания. Господу. Следующий. Знаете, доктор, я только постояла в очереди и слышала, как медсестры дежурки говорили, чтобы мой плохой врач загружает их работу и так далее. Так вы пришли на прием, чтобы рассказать мне об этом? Да нет, между прочим, сказала. А вообще-то, я этим и больна. Я что, если что услышу, особенно если это очень секретно, так охота кому-то рассказать? В Слове Божьем говорится о таких больных. Левитам 19:16. Не ходи переносчиком в народе твоем. Вам нужно приступить к лечению сегодня же. Перед каждым разговором по одной таблетке воздержания под язык. Иначе скоро вы утратите доверие ваших близких. Сердечно благодарю. До свидания. До свидания. Можно к вам? Пожалуйста, проходите. Как ваша фамилия? Что вы говорите? Я спрашиваю, как ваша фамилия? Как мое имя? Как ваша фамилия? А, приехать Люку. Расскажите, на что жалуетесь? У меня с ушами что-то не в порядке. А я не слышу, что говорит проповедник и батюшка. Дышите спокойно, глубже. А вы знаете, что эта болезнь связана с сердцем? Пророк Исаия говорит. 6 глава, 10 стих. Огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышит. Мы часто молимся: Господи, преклони ухо Твое, того же хочет и от нас Господь. Будьте внимательны к слышанному и научитесь распознавать голос Божий в шуме жизни, как
как мы узнаем по телефону голос близкого человека, когда в трубку врывается шум окружающей среды. Я принимаю ваш совет, но постараюсь, чтобы мой слух наладился. До свидания. До свидания. Знаете, кто излечивает от всех грехов и болезней? Иисус Христос! Какая книга содержит лечение от всех болезней? Библия! Так с Иисусом Христом и Библией пойдем вперед! И всякое творение воздается Богу слава. Через все, что есть на свете, через солнце, звезды, ветер, да будет славен наш Создатель, да будет славен наш Создатель, да будет славен наш Создатель, да будет славен наш Создатель. Через травы и деревья, через синие цветения, через реки, через горы, через скалы, через море. Да будет славен наш Создатель, да будет славен наш Создатель, да будет славен наш Создатель, да будет славен наш Создатель. Через все плоды земные, через все труды земные, через яблони в саду, через лилии цвету. Воскрес, вам говорит ребенка взгляд. Воистину, ты не тычем слышится. Воистину, воскрес, и ты твердят. Сегодня праздник ближнему и дальнему. Услышится отсюда небес. Небесное пасхальное, Христос воскрес, воистину воскрес, воистину воскрес, и легче дышится. Воскрес, нам говорит ребенка взгляд, воистину нам пенит и чем слышится. Воистину воскрес, цветы твердят. Не удержать нам этой радости. Мы торжествуем, мы поем сейчас. Христос воскрес, вместе с нами радуйтесь. Воистину воскрес он и для вас. Воскрес, вам говорит ребенка взгляд. Воистину нам пенит и чем слышится.
воскрес цветы дымля. Воистину воскрес и легче дышится. Воскрес нам говорит и легко взгляд. Воистину нам пение птичьим слышится. Воистину воскрес цветы твердя. Бесконечный Бог Отец в своем слове.
Христа.